Всем привет! В этом видеоролике мы проработаем внутренние мышцы пресса и талию. Исходное положение планка, пресс напряжен максимально. Перенос тяжести тела с рук на ступни. Повторяем 15 раз. Переходим к упражнению «Радуга». Пресс напряжен, добавляется работа косых мышц. С большой амплитудой движения ягодицами рисуем радугу. Делаем также 15 повторений. Переходим в положение «Высокая планка». Внутренние мышцы пресса, спины и ягодицы напряжены. Без прогиба в спине и стараясь держать планку, идет работа коленом, закрытое-открытое положение. Этот комплекс поможет вам укрепить широчайшие мышцы спины и внутренние мышцы пресса. На каждую ногу делайте по 15 повторений. В конце упражнения сделайте растяжку. Сядьте на пятки и вытяните максимально руки вперед. Удачной вам тренировки!